Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня посетил с рабочим визитом столицу, где принял участие в 4-м Московском финансовом форуме. В этом году он посвящен возможностям опережающего развития российской экономики. В течение 2 дней представители власти, бизнеса, общественности и экспертного сообщества будут обсуждать проблемы повышения конкурентоспособности, вопросы реализации нацпроектов, эффективности налоговой политики, совершенствования мер господдержки и стимулирования предпринимательской деятельности. Дмитрий Азаров сегодня принял участие в работе дискуссионной площадки «Национальные проекты и регионы. Поставленные задачи и пути их решения».